От пейзажей Days Gone захватывает дух. Хочется просто встать и любоваться долинами, реками и водопадами. Но не стоит. Вы здесь не на отдыхе. Вы боретесь за выживание. Лавовые поля и пещеры, порожденные древними вулканами, стали идеальными убежищами для мародеров. Вражеские лагеря встречаются в самых разных местах, что вынуждает вас всякий раз использовать разные стратегии. Езда на байке, будь то густой лес или узкая тропа на дне оврага, превращается в настоящее испытание. А еще большую угрозу таят в себе... Фрики! Убить! Убить! Заброшенные автостоянки... Рассыпаться! Найди его! Маленькие городки и лесные поселки. Ах ты, тварь! На раннем этапе эпидемии трупы погибших вывозили за город и хоронили в братских могилах. Теперь такие места служат источником пищи для фриков. И здесь вас ждут жаркие сражения с ордами, в которых выжить не так-то просто. С переменчивой погодой тоже нужно считаться. На севере и без того труднопроходимые тропы размывают ливнями. Снег, выпадающий в горах и предгорьях, делает фриков еще сильнее и опаснее. В игре представлено 6 регионов. Блокпосты Неро, лагеря выживших, заблокированные тоннели. Исследовать все это вам предстоит на свой страх и риск. For the players.